Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы с вами будем исполнять желания, и это мы будем делать с помощью иглы, и это исполнять будем желания за 40 дней. Сам по себе ритуал дает достаточно быстрое исполнение желаний, которые при этом никаким образом не меняют ход жизни человека. Для проведения этого ритуала вам понадобится новый кусок белой ткани, вам понадобится нить и вам понадобится игла. Смотрите, белая ткань, старайтесь взять побольше ее, далее вы поймете почему. И вот здесь важный момент с нитью. Вам нужно взять нить под цвет вашего желания. Если вы хотите, чтобы исполнилось желание на любовь, на привлечение, например, мужчины, вашей второй половинки, то вам здесь понадобится именно красная нить. Если мы говорим о деньгах, о финансах, о вашем финансовом благополучии, то мы говорим о зеленой нитке. Если мы говорим о синей нитке, то это на развитие вашей духовности. Желтая нить на удачу. И нить нам нужно будет купить. То есть зайдите в любой швейный магазин и купите нитку, но согласно вашего желания. Далее, что мы делаем? Берем нитку, вдеваем ее в иголку и шепотом произносим при этом свое желание. Обращаем ваше внимание, что нитка должна быть достаточно длинной. Почему? Потому что, чтобы вам хватило на 40 стежков. Если вы просчитались и вам не хватило нитки в процессе, то брать другую, обращаем ваше внимание, нельзя. Второй раз делать эту же процедуру на данное желание тоже нельзя. Почему? Потому что, к сожалению, можно получить какой-то удар от высших сил. То, что вы просчитали с длиной, знаете, это воля высших сил, говорящая о том, что желание на данный момент, к сожалению, невыполнимо. Поэтому, как такая рекомендация, возьмите нитку большую, то есть по длине немножко больше, чем обычно, для того, чтобы вам хватило на 40 стежков. Итак, мысленно просим наши высшие силы исполнить нашу мечту и делаем один стежок на ткани. После этого иголку втыкаем в ткань и оставляем до следующего дня. На следующий день делаем второй стежок, накладывая его на первый. И можно расположить их рядом дорожкой желаний. Только помните, что дорожка должна быть прямая, иначе исполнение желания пойдет, к сожалению, извилистым путем. А нам нужно, чтобы оно выполнилось без каких-либо ограничений. И вот так делаем 40 дней подряд, то есть один стежок, один день. И после 40-го стежка мы произносим свое желание вслух 4 раза, обращаясь к 4 сторонам света, и завязываем узелок. Если вы ни разу не пропустили день и не забыли свое желание, обращаем ваше внимание, оно обязательно сбудется в течение 40 дней после окончания ритуала. Друзья, пусть все ваши желания исполняются. Мы надеемся, что мы рассказали детально. Вы понимаете, как это делать. Мы надеемся, что наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни, друзья. Пусть все ваши мечты реализуются, воплощаются. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Ну а мы с вами, друзья, услышимся в следующем видео.